таксисты возвращаются после смены. В правый ряд вставай же, эй, Ржан! Почему-то так страшно вот быть пассажиром. Я не понимаю, как вообще эти пассажиры такси вообще ездят с таксистами в нашем городе. Это вообще жесть. Кончик. Да нет, я с пассажирами так не езжу, вот не надо. Особенно я с пассажирами езжу сразу вот так направо. Вот. Направо. Вот так вот езжу. Да не сюда направо, вот сюда направо. А, сюда вот так вот. Да. У камеры стабилизация, пушка. Я забыл, что хотел, надо было еще. Шланги? Шланги тоже. А что еще забыл? Переходник, нет, переходник. Картридер под SD-карты. Понял, да? Который как флешка делается. Да, он в месте таких обычно нету, блядь. Да, есть, они и стоят там 3.50. Я в прошлый раз когда искал, там он... Когда твоя девушка больна. О, ужас какой, не дай мне. Когда твоя девушка... Как тебе, кстати, вот эта техника? Кайф имеешь на этой технике кататься? Бля, по-моему, это машина для девочек. То ты что, гонишь? Вот мужик вот такой, вот, который сейчас идет, с радостью бы на нее присел. Не, ну такой-то, конечно, да. Он, наверное, тоже блогер. Если бы мне подарили, конечно, теху, я бы, бля, с кайфом присел. А тебе какая? Тебе первая или вторая больше нравится дизайн? Вот такая. Так это первая. Любая. Не, просто вторая, она более такая агрессивная. Если бы мне подарили, вообще было бы попу, честно. Не, а если бы тебе и Весту подарили, ты бы кайфанул. Я сим хуй, блядь, но ты так и бы больше. На метане, да? На сметане. На сметане. Ну да, с кайфом.